В преддверии новогодних праздников в Магадане прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Рассматривались и вопросы использования пиротехники и правил безопасности в новогодние праздники. Было решено, что в местах продажи пиротехники будут проведены проверки. На данный момент в Магадане 12 таких точек. Будут проводиться новогодние мероприятия. В этот период сотрудники Главного управления МЧС России по Магаданской области будут нести службу в усиленном режиме. Помимо этого, на площадках для запуска фейерверков, а также на непосредственно новогодних мероприятиях будут организованы дежурства сотрудников надзорной деятельности, непосредственно отдела надзорной деятельности по городу Магадану. Поделился и о готовности пожарной безопасности и террористической защищенности в муниципальных образовательных учреждениях руководитель департамента образования мэрии города Алексей Юрздицкий. Был издан приказ департамента образования об усилении мер по обеспечению безопасности и правопорядка в образовательных организациях города Магадана. В праздничные дни будет обеспечен контроль за жизнедеятельностью учреждений, а также будут осуществляться круглосуточные административные дежурства работникам департамента образования. Было отмечено, что в период новогодних праздников руководителям объектов здравоохранения, образования и социального обслуживания будут отправлены дополнительные письма с целью проведения мероприятий по профилактике на своих объектах систем охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения.